Очередной случай незаконной продажи алкоголя выявлен полицейскими в Нарьян-Маре. В ходе проверки установлено, что житель города, осуществляющий продажу алкоголя, доставлял заказ на личном автомобиле. Во время очередной продажи прибыл на адрес, указанный покупателем, которым оказался полицейский и был задержан с поличным. Мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и поэтому не имел права на продажу алкогольной продукции. Установлено, что мужчина 86-го года рождения реализовывал алкогольную продукцию, доставлял на автомашине заказчикам. В этот раз доставил, значит, заказчику алкогольную продукцию в виде одной бутылки водки, реализовал стоимостью за 500 рублей. В ходе осмотра автомашины было изъято около 40 литров алкогольной продукции различного наименования. По данному факту стражами порядка проводится проверка. Кроме этого, полицейскими раскрыт факт хищения из меховой мастерской в поселке Красное 200 камусов – шкур с голени оленя. Общей стоимостью около 75 тысяч рублей. Подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 28-летний житель поселка Искателей. Полицейским рассказал злоумышленник, что в ходе совместного распития спиртного со своими знакомыми в поселке Красное, после этого он проник в помещение мехцеха, где совершил хищение 2 мешков камусов. После чего он отнес их на окраину поселка и зарыл снег, чтобы в дальнейшем перепродать. Кусочки оленьего меха изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».